Британский принц Гарри решил остепениться, подготовка к бракосочетанию идет полным ходом, подгоняют костюмы, подшивают свадебное платье и натирают до блеска столовое серебро. Жених тоже не сидит на месте. Он выбрал свидетелей, возможно, планирует безбашенный мальчишник. В официальном твиттер Кенсингтонского дворца появилась информация о том, что принц Гарри попросил своего брата-герцога Кембриджского быть его шафером на свадьбе с мисс Меган Маркель. Поклонники замерли в ожидании, что же ответит Уильям, герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая, последовал ответ старшего брата. Надеемся, герцог знает во что ввязывается, ведь быть свидетелем непросто, тем более у такого отвязного жениха, как Гарри ибо теперь лысеющему семьянину Уильяму придется организовывать родственнику прощание с холостой жизнью, принц Харри Хасас Кит Хис Бразер за Дьюков чтобы Хис Бестмен от Хис Вединг Томас. Меган Маркель, пик. Твиттер. Ком. Косая черта 7. визы 2. Влек 2. Кенсингтон Палас. Собака Кенсингтон Ройл. 26 апреля 2018 года. Отметим, что манерные посиделки с сыром и вином ведавшего вида Гарри вряд ли устроят. Мужчина привык праздновать много и с размахом, в его прошлом были наркотики, алкоголь, череда легкодоступных девушек, драки и неприглядные видео и фото в сети. К примеру, в 2012 году Гарри вместе с друзьями отправился в Лас-Вегас на мальчишник. Королевский отпрыск снял для комфортного времяпрепровождения шикарный пентхаус, куда зазвал легких на подъем дамочек. Разгоряченные спиртосодержащими напитками юноши и девушки решили поиграть в бильярд и необык как она а раздевание. К сожалению, никто из присутствующих не был профессионалом американки, поэтому в конце концов все они оказались почти голые. Естественно, кто-то из друзей решил снять вакханалию на телефон, и вскоре откровенные снимки и юноши были во всех таблоидах. Вероятно, принц Уэльский не изменит своим привычкам и на этот раз и устроит феерическое пати со стриптизом, казино и алкоголем. Как впишется в этот гудеж благочестивый герцог Кембриджский не совсем понятно. Сразу представляется пунцовый от стада Уильям, стеснительно уводящий глаза от полуголой девушки на пилоне.